Сочи действует ряд мер социальной поддержки, которых нет в других муниципалитетах края. Так, сочинские пенсионеры с 2010 года полностью освобождены от уплаты земельного налога. Из-за этого в городскую казну ежегодно не поступает около 30 миллионов рублей. Помимо этого, на протяжении 9 лет дополнительную социальную помощь из городского бюджета получают 16 категорий граждан, а это свыше 13 тысяч человек. Что касается льгот на проезд, на сессии ЗСК будет решен вопрос о возврате к ним. Льготу вернут тем, у кого доход не выше 2 прожиточных минимумов, а это ориентировочно около 15 тысяч рублей. Пользоваться проездными сочинские пенсионеры смогут не только в муниципальном, но и в коммерческом общественном транспорте. Еще один тревожный для пенсионеров вопрос – повышение стоимости вывоза мусора. Плата за вывоз ТБО с декабря увеличилась на 70 рублей. Городские власти обещают компенсировать эту разницу всем сочинским пенсионерам, чей доход ниже 10 086 рублей. Таких в городе 43 тысячи человек. Соответствующее решение накануне принято на внеочередной сессии городского собрания Сочи. Все, о чем я сказал, и сказал, что мы вам, ну, пенсионерам до такой-то суммы доплатим, это не льгота, это материальная помощь. И эти деньги люди получат, когда придут там оплату делать, чтобы они не ходили за, ну, в очередь не стояли. Им сказать, вот, напишите заявление на материальную помощь. Мы исключительно эту поддержку будем делать, исключительно из материальной помощи. Механизм получения этой компенсации сейчас прорабатывается мэрией. Важно, чтобы пенсионеры не бегали по инстанциям и не стояли в очередях за ними, говорит Анатолий Пахомов. По словам главы города, несмотря на напряженный бюджет, от различных мер социальной поддержки власти курорта отказываться не намерены. Мы проводим сокращение огромного количества муниципальных учреждений. Это касается учреждений, которые были созданы при управлении. Зато мы нашли деньги для того, чтобы подправить положение тех пенсионеров, которые, ну, действительно было повышение, и надо бы их подправить, чтобы не ухудшили их материальное состояние. Вот. Пришли на разговор и сторонники КПРФ. Они посоветовали властям отрегулировать ценовую политику на продукты в гипермаркетах. На этом ответили, что проблематикой цен мэрия уже занимается. Например, через открытие новых ярмарок привозов в микрорайонах города. По итогам встречи с пожилыми людьми глава города поставил ряд задач перед своими подчиненными. В частности, управление транспорта администрации города должно в кратчайший срок предоставить предложение по улучшению работы общественного транспорта на маршрутах Адлерского района. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.